Здравствуйте, дорогие друзья! Вот сегодня хочу включить компрессор от холодильника. Подключить его. Что для этого нужно? Для этого, ну вот здесь, значит, три клеммы. Для этого нужно, куда тут 220 подключать. Для этого мы сейчас тестером прозвоним обмотки. Тут две обмотки. Ну, двигатель компрессора, две обмотки. Рабочая и пусковая. Вот на рабочей обмотке подсоединяется 220. И на ней сопротивление меньше. На пусковой обмотке будет больше. Вот мы это сейчас и выясним. Вот давайте смотреть. Вот значит мерим. Сначала давайте так замерим. Вот у нас 28. Значит получается Ом. Вот сюда значит померим вторую. 27,2. А вот эту сейчас померим. Два контакта других. 54. Это значит получается общее. Суммируется омы. Вот это общий провод. А вот это вот рабочая обмотка. Вот она получается. А вот это пусковая. Значит мы на рабочую обмотку подсоединяем 220. То есть вот сюда. Вот я сделал такую вот кнопочку. Это вот кнопочка. Она разрывает один провод. И будем запускать. То есть мы должны перемкнуть сейчас. Вот подсоединим вот сюда 220. И запустить пусковую обмотку. Через пусковую обмотку он запустится. То есть что мы и делаем. 220 вешаем. То есть мы вот сюда. Вот оно 220. Сюда мы, значит, вешаем проводок от кнопочки. Мы, вот, значит, замыкаем. То есть кнопка у нас замкнет две обмотки. С помощью пусковой обмотки запустится рабочая обмотка. И мы отожмем и отпустим. А если не отпустить, то обмотка все-таки сгорит, рабочая. Загорится весь компрессор через некоторое время. То есть мы ее запустим. Сейчас что и сделаем. Включаем. То есть получается 220. Вот эту перемыкаем. Кнопка отпускает через пусковую обмотку. То есть все подключили. Включаем в сеть. Ну и вот сейчас нажимаем 220. Отключаем кнопку. Все пошло. Компрессор запустился. Вот все работает. Выключаем. Та же процедура. Нажимаем. Раз. Все пошло. Кнопочка отжалась. Обмотки замкнулись. Рабочая через пусковую обмотку. И потом пусковую отпустили. Все. Все работает. Спасибо за внимание. До свидания.